Совсем скоро Россия отметит День молодежи. Это праздник тех, от кого зависит будущее нашей страны. Молодежь Каспийска играет ключевую роль в социальном и культурном развитии города. Активное участие молодых людей в различных мероприятиях и программах способствует формированию гражданской ответственности, патриотизма и здорового образа жизни. В муниципалитете активно работают молодежные организации и волонтерские движения. Это волонтеры-экологи. Волонтеры этой организации активно участвуют в экологических акциях, таких как субботники, посадка деревьев и экологическое просвещение. Их деятельность направлена на улучшение экологической ситуации в городе и повышение экологической грамотности среди молодежи. Волонтеры-медики занимаются проведением медицинских акций, включая донорство крови, также участвуют в образовательных программах, проводя тренинги и семинары по основам оказания первой медицинской помощи. Помимо этого, молодежь Каспийска помогает в организации и проведении фестивалей, спортивных соревнований, культурных акций и других значимых событий. За текущий год было проведено порядка 50 мероприятий, в которых приняли участие более 900 волонтеров с общим охватом 35 тысяч человек. Волонтеры приняли участие в мероприятиях патриотического, экологического, культурного, спортивного и других направлений. Также управлением культуры города Каспийска провело более 30 мероприятий в школах и колледжах города совместно с заинтересованными структурами, направленных на профилактику экстремизма, терроризма, также на профилактику наркомании среди молодежи. Эти мероприятия, охватившие более 2500 человек, были направлены на предупреждение и пресечение проявления религиозного экстремизма, недопущение радикализации молодежи и ее втягивание в деятельность деструктивной направленности. Мероприятия включали проведение тренингов, лекций, конкурсов и других форм взаимодействия с молодежью с целью пропаганды здорового образа жизни, патриотизма и осознания важности мира и стабильности в обществе. На базе управления культуры города Каспийска и в центральной библиотечной системе имени Фазуалиевой на постоянной основе организовываются и проводятся разнообразные мероприятия с участием молодежи. Такие встречи сопровождаются интеллектуальными играми, которые способствуют развитию логического мышления и эрудиции участников, а также создают благоприятную атмосферу для обсуждения актуальных социальных вопросов. В библиотеке также проходят литературные вечера, конкурсы чтецов, выставки и обсуждения книг, что помогает молодежи расширять кругозор и обогащать культурный опыт. Также Управление культуры совместно с Центром поддержки гражданских инициатив и Офисом социального проектирования «Культура проектирования» провели ряд лекций и семинаров для студентов СПО города Каспийска. Эти мероприятия были направлены на обучение молодежи основам социального проектирования, управления проектами, что позволяет молодым людям разрабатывать и реализовывать собственные инициативы. Например, в недавнем конкурсе «Росмолодежь гранты» наша студентка из города Каспийска выиграла грант 200 тысяч рублей на реализацию своего проекта. Работа с молодежью в Каспийске направлена на всестороннее развитие молодых людей, их активное участие в жизни города и формирование у них гражданской ответственности, а также патриотизма. Волонтерское движение в городе является важным звеном в реализации этих целей, делая муниципалитет местом, где каждый молодой человек может внести свой вклад в общее благо. Дорогие друзья, поздравляю вас с наступающим Днем молодежи. Это ваш день, день энергичных, смелых и амбициозных. Пусть каждый день будет наполнен яркими моментами, незабываемыми событиями и новыми победами. Верьте в свои силы, идите к своим мечтам и всегда оставайтесь такими же вдохновляющими и жизнерадостными. С наступающим праздником!